вечер, дорогие друзья. Я попрошу выключить музыку пока, спасибо. 25 марта в нашей стране произошла большая трагедия. На пожаре в торговом центре, я думаю, все в курсе, в Кемерово погибли более 60 человек. И сегодня наше сердце с ними. И наше мероприятие начнется с минуты молчания, и прошу вас почтить память погибших. Большое спасибо. Ну, а наш фестиваль начинается в понедельник. Я думаю, уже тихонечко можно включить мне подложечку. Студенческая весна – это самый масштабный студенческий фестиваль, который ждут на протяжении всего года наши студенты. Творческие активы всех факультетов подготовили концертные программы, их будет 7. И сегодня самая первая – машина строительного факультета. Организаторы фестиваля «Студенческая весна», профсоюз студентов, Центр молодежной политики, студенческий клуб. Организаторы выражают огромную благодарность деканам, заместителям деканов, а также ректору Твардовскому Андрею Викторовичу. И по традиции приглашаю на эту сцену заместителя декана машиностроительного факультета Щербакова Анатолия Сергеевича для приветственного слова. Добрый вечер. Я приветствую всех, кто пришел на нашу весну нашего факультета. В этом году нам выпала нелегкая миссия начинать быть первыми. А это значит, что наши ребята должны поднять сегодня такую высокую планку, которые не могли бы перепрыгнуть ни все остальные, и ни с кем бы не делили первые и вторые места. Это пожелаем им. Что хочется еще пожелать? Есть такая песня, можно было бы спеть, но я боюсь, после моего исполнения жюри с ним подожди старших ребят, поэтому я прозой. Строчки такие там есть. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Так вот, давайте пожелаем, чтобы птица счастья была не завтрашнего дня, а сегодняшнего дня. И чтобы нам эта птица поднесла сегодня успех. Всем приятного вечера. Будем болеть за наших ребят, поддерживать их. И успехов им. А мы постараемся их поддержать. И чтобы у нас у всех было, осталось хорошее впечатление от всех, что было. Спасибо. Большое спасибо. Мне бы хотелось поблагодарить по традиции партнеров нашего фестиваля, а именно Sound M – это комплексное техническое обеспечение мероприятий любого уровня. Благодарим сегодня Sound M за техническое сопровождение концерта машиностроительного факультета. Наши партнеры – эвент-агентство SVN Media, которые специально для вас подготовили телеграм-канал Брюс Уэйн Шоу. Вы можете зайти в Инстаграм или в нашу официальную группу ВКонтакте, обязательно подписаться. На протяжении всех 7 концертных программ, я уверена, что и гала-концерт не обойдет стороной, наш режиссер Алексей Селиванов будет давать комментарии в прямом эфире, и вы можете узнать его точку зрения, его взгляд на то, что происходит на сцене, если вам это интересно. Ну и, конечно, после концерта вы можете остаться на оглашение оценок, чтобы услышать
балл, который заработает факультет. Напоминаю, фестиваль «Студенческая весна» — это конкурсная программа. У нас есть победители и те, кто не проиграл. Также наш партнер – танцевальная школа Jungle Kings. Это современные преподаватели, интереснейшие программы для вас. Jungle Kings в этом году будет дарить сертификаты на уроки в их танцевальной школе для наших участников фестиваля. Это такой проект, мы поддерживаем наших непрофессиональных танцоров на то, чтобы они развивались вместе с преподавателями Jungle Kings. Ну и, конечно, так как фестиваль – это конкурсная программа, давайте же представим членов жюри фестиваля «Студенческая весна 2018». Пешехонов Дмитрий Владимирович, начальник управления по внеучебной работе. Елена Фомина-Павлова, актриса театра «Юного зрителя». Лялина Наталья, педагог-хореограф Центра танцевального развития «Jungle Kings». Лауреат фестивалей российского уровня, лауреат Всероссийской студенческой весны 2013 года. Наталья Калиненко, лауреат всероссийских и международных конкурсов, педагог эстрадного вокала Тверского колледжа культуры имени Львова. И Селиванов Алексей, выпускник политеха, лауреат всероссийских фестивалей, директор ивент-агентства SVN Media, а также режиссер гала-концерта фестиваля «Студенческая весна» 2018 года, который пройдет 18 апреля. Также я благодарю большую, постоянно растущую редакцию «Медиум», которая сегодня трудится на нашем концерте. И небольшой розыгрыш от партнеров сегодняшнего концерта. Домашние сладости «Sweet Planet». Коллекционируйте сладкие моменты вместе с нами. И мы начнем коллекционировать сладкие моменты вместе с ними, вместе с залом. Кто-то принял участие у нас в розыгрыше. Такая небольшая скрытая реклама Athletic Gym. В принципе, отличный фитнес-центр. Горелого СЕ. СЕ Горелого, если вы в зале, выходите к нам. И второй сладкий подарок достается... Бируля Александр Сергеевич. Саша, выходи, я тебе и микрофон сразу отдам. Он за сценой, кстати. А вот он. Вот так вот у нас рады и участники, и зрители. Большое спасибо девчонкам. Вот такие талантливые у нас ребята. Проводят такие замечательные розыгрыши. Ну и, наверное, на этом все. Мне очень приятно видеть сегодня почти полный зал ДК «Химволокно». Я надеюсь, что все вы станете зрителями всех наших 7 концертных программ и придете на наше 8-е чудо света 18 апреля. Машиностроительный факультет начинает. I can't change.
Прекрасное выступление. Спасибо. А с кем имею честь говорить? Меня зовут Сатир. Я коллекционер. Я давно наблюдаю за тобой и считаю, что ты достоин ведущих ролей. Ваше слово очень греет меня. Ведь я так давно мечтаю о признании. Как раз в этом я могу вам помочь. Если вы того захотите, можете найти меня в небольшой картинной галерее на Дэвилл-стрит. Я доверяю тебе главную роль. Какой позор! Я в тебя и не верил. Как ты мог? Ты не справился. И это ты хотел занять мое место? Ты нас всех подвел! Какой позор! Ты не справился. И это ты хотел занять мое место? Сатир, мне нужна ваша помощь. У каждой услуги есть своя цена. Все, что угодно. На этой картине изображен Оливер Ван Рейн, известный артист своего времени, портрет кисти неизвестного художника. Этот экспонат – жемчужина нашей коллекции. Верите ли вы, что у картины может быть душа? Существует поверье, что когда портретист пишет картину, он вселяет в нее часть души человека. И если проникнуться атмосферой портрета, то можно увидеть ее. Считается, что это произведение относится именно к таким. Ее история является самой загадочной. Говорят, что после написания картины Оливера никто больше не видел. Люди верят, что его душа по сей день живет в этой картине. Thank you.
Сейчас на меня приходят смотреть тысячи людей. Но никто не способен меня услышать. Ценой моих желаний оказалось вечное одиночество. Я так бы хотел просто протянуть им руку, но... Я часть большой коллекции. Я словно бабочка за стеклом. Мне не выбраться отсюда. Те, кому это удавалось, были жестоко наказаны. Это невыносимо! Танец! Стой на тайцах!
Хотите мне штачков на барабане? Вы хотите назвать слово? Весна. Точно! И перед нами первый финалист. Это того, что у Оленька нет. Здравствуй. Вот снова я здесь. Почему меня тянет сюда? Какую тайну ты скрываешь? За свою жизнь я видела тысячу картин, но только ты не можешь выйти у меня из головы. Ты приходишь, потому что я жду тебя. Каждый день меня ведет сюда непонятное чувство. Такое ощущение, что ты не просто картина. С каждым твоим визитом у меня возникает ощущение, что стекло передо мной рушится. И я снова живу. Я уверена, что это полотно хранит загадку. Желание разгадать ее стало моим наваждением. Я сразу понял, что ты сможешь понять меня. Из всех людей ты одна, моя последняя надежда. Как же я хочу, чтобы это все было правдой. Чтобы ты оказался настоящим и был рядом со мной. Мне пора. Я вернусь завтра. Надеюсь, что я не схожу с ума, а то мне иногда кажется, что я слышу твой голос. Я буду ждать тебя. Возвращайся скорее.
Ах да, вы та самая фанатка Оливера Ван Рейна. Не сочтите меня за сумасшедшую, но я начала верить легендам, которые вы рассказали. А что вы имеете в виду? Понимаете, это очень странно. Но с того дня, как я увидела портрет, я не могу спокойно спать. Я постоянно как будто ощущаю его присутствие. Я начала приходить сюда каждый день. И порой, когда я смотрю на картину, то как будто слышу его голос. Однажды я уже слышал нечто подобное. Скажу вам больше, я сам верю в тайну этой картины. У этой легенды есть продолжение. Обычно мы не рассказываем это посетителям. Здесь написано, что душа человека – это бессмертная субстанция, некий сосуд, дающий начало сознанию, чувствам и воле. Чем дольше душа находится в заточении, тем меньше в ней остается живого, и если вновь наполнить этот сосуд, то можно разрушить оковы. Что бы это могло значить? Я сам давно бьюсь над этой загадкой. Чувствую, что ответ где-то рядом, но не могу его найти. Спасибо, что выслушали меня. Я рада, что в этой ситуации оказалась не одинока. Мне необходимо разгадать эту тайну. Кажется, мы еще увидимся.
Без тебя я не могу свободно дышать. Ты стал моим кислородом. Я ведь не злодей. Я всего лишь выполняю ваши желания.
Спасибо.